Привет всем! Сегодня видео будет такое, как сделать каре без ножниц. Я сейчас расчесу сразу волосы. Все, я расчесала. Для этого нам понадобится три резиночки. Ой, какие резиночки. Три, как это называется? Невидимки, три невидимки. И нам еще понадобится вот это поворот. Где моя резинка? Я потеряла свою резинку, ребят. А, вот маленькая, вот резинка. Нам понадобится еще резинка. Сначала расчешитесь. Затем мы берем клок волос и начинаем примерно от середины плести косичку. Потом мы нашу косичку зацепляем нашей резинкой, и у нас уже полдела готово, даже больше полдела. Зацепляем нашей резиночкой. Вот так выглядит примерно рост, ну, моих волос, да. Так, и мы теперь берем эту всю косичку. Так, надо бы не так сделать, но ничего, у меня все равно получится. Так, теперь вот так делаем, как сказать, закручиваем наши волосы, да. Вот просто тупо закручиваем, да. Вот, и их вот сюда ложим. Под наши вот эти вот волосы, которые мы не сделали. Так, надо сделать хорошую прическу. Вроде бы вот так. Кстати, скажите в комментариях, мне идет такая прическа. Сейчас я закреплю невидимками и вам покажу. Вот я зацепила три невидимки. Три, не две. И посмотрите, что у меня получилось. Короче, типа... Ну, типа у меня, короче, получилось каре. Сейчас подальше отсяду от вас. Вот. Я надеюсь, получилось. Ой, уже выскочила. Здесь надо потом еще зацепить. Ну и на этом всем пока. Обязательно ставь лайки, если тебе понравилось это видео. Если ты уже это видео просмотрел, то обязательно напиши в комментариях, что ты, если захочешь, то сделаешь. Я буду рада и буду знать, что вам такие видео нравятся. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставь большой лайк. Пока.